Лучшая медсестра 2020. В преддверии Международного женского дня в Байшев Высший медицинский колледж прошел профессионально-творческий конкурс. 7 участниц представили свои видеопрезентации на тему «Я и моя профессия», провели свои теоретические знания, ответили на ситуационные вопросы и продемонстрировали навыки. Кроме того, девушки показали свои таланты и умения в приготовлении блюд. Отметим, в этом году медколледж выпускает своих первых выпускников. Конкурс посвящен для развития и для поддержки медицинских сестер, для оценки их знаний и для повышения их статуса. Самая лучшая медсестра, во-первых, должна свою профессию знать на 100% и должна быть готова на все случаи жизни и на самые критические ситуации действовать профессионально и уверенно. Хочу поздравить всех женщин и всех медицинских работников с праздником 8 марта. Желаю всем вам благоденствия, счастья и развития.